Почему устрицы вкуснее с соусом табаско? Дело в том, что табаско раздражает вкусовые рецепторы во рту и вызывает приток крови к языку и нёбу. Тем самым активируются вкусовые рецепторы и вкусы значительно усиливаются. Жжением острого соуса стимулируются болевые рецепторы, а для того, чтобы уменьшить боль, мозг выделяет гормоны счастья – эндорфины. Устрицы по своей природе богаты полезными и вкусными веществами, а в сочетании с табаско устрицы становятся еще вкуснее. Обязательно попробуйте!